Хотите легко выигрывать оборону в динамической кампании Gates of Hell? Тогда просто обставьте всю точку колючей проволокой и противотанковыми ежами. Противник не сможет захватить вашу точку, если просто не сможет зайти на нее. Бедные пехотинцы, они без понятия, что делать. Они переглядываются и не понимают. У этого пулемета был шанс, но он решил не рисковать. Так же, как у этой пушки. А когда оборона кончится, сможете спокойно уничтожить все подкрепления, которые прибыли за время обороны. Этот офицер просидел весь бой на этой точке в окружении противников. Представляете, как ему было страшно? Вот они, наступают. Ну разве это не весело?